Это моя территория. Я очень люблю готовить на гриле. Мы раньше справлялись как-то вот на веранде дома, но всегда это было немножко не на месте. Всегда мечтал сделать беседку, в которой бы я летом готовил, отдыхал, делал шашлык там. Так как мне не разрешили построить дом с бассейном, я вот построил бассейн тут рядом. В прошлом году я сделал фундаменты, чтобы же не передумать. В этом году закончил. Офигенная беседка. Чем она хороша? Во-первых, она красивая, вы потолок посмотрите, это просто ребята, которые, мои архитекторы, там спасибо отдельное Елене, Жене за то, что они придумали, ну и мне спасибо за то, что я это все реализовал. В чем здесь прикол? Она сделана как юрта, то есть здесь две стены там, с небольшим закрытые, сверху сделаны такие вот пространства, и здесь никогда не бывает жарко, то есть всегда воздух проходя, то есть готовлю ли я еду или еще что, здесь всегда есть такой легкий бриз, легкий ветерок. Я хотел ее сделать такой, ну, скажем так, летней беседкой, но вот с претензией на все-таки на такой, на летний ресторан. Поэтому я стены сделал из кирпича и облицевал их офигенно прикольным материалом, который называется каменный шпон. Это натуральный камень, но он очень тонкий, наклеен был там на штукатуренную поверхность. Вначале хотел купить мебель такую специальную для гриля. У меня гриль на канадский Наполеон. Я хотел купить специальную мебель для того, чтобы, ну, когда мне начали все это считать, у меня желание покупать специальную мебель отпало. Я нарисовал проект. Из кирпича это все мои ребята сделали. Облицевали его вот таким керамогранитом. И такая общая концепция всего. Вот эта вот концепция идет через все. Через камин, через барбекю-зону. Здесь есть умывальник, здесь есть горячая вода. Есть гриль, который выкатывается, то есть можно его выкатить, например, зимой, да, и где-то поставить его повыше. Здесь есть вытяжка. Ну, кстати, она могла было, можно было не делать, она так работает, но не особо. В основном все уходит вот через верх. Мы купили холодильник и камин. Камин – это вообще отдельная история, потому что мы купили топку, он испанскую, это последняя топка на планете Земля, потому что их перестали производить. В ней можно и готовить, и как бы разжигать как в качестве очага. Готовить, я думаю, вряд ли я в ней буду, ну, как-нибудь попробую, но вот в качестве очага он работает вполне себе. Мы его взяли, вот, вписали в тот интерьер, который я придумал именно вот из этого вот керамогранита. Сделали сверху такой набалдажник из куска, просто из такого бруса, из дуба. Вот так ободрали. Ребята пришли мне, облицевали топку специальным таким жаропрочным материалом. Силка называется, силикат кальция. Мы опять же из кирпича сделали остальное и облицевали. Ну вот такой прикол получился. Что единственное здесь еще добавлю. Это вот, вот здесь будут вставлены, мы заказали такие вставки из нержавейки. То есть все-таки это кухня, здесь должны быть ящики. Это мы временно поставили дрова, а так здесь будут ящики, которые выдвигаются, там складываются какие-то ложки, вилки, там, в общем, такие утварь, чтобы не бегать каждый раз на кухню. Ну и, конечно, я сделал бассейн. Мне все говорили, бассейн на улице – это вечный геморрой. Это вечно будет что-то плавать, вечно что-то чистить, вечно что-то делать. Я могу сказать, бассейн-кабриолет летом – это гораздо круче, чем бассейн-крыт. Пойдемте посмотрим. Это чаша. Я не знаю, кто производитель. По-моему, кто-то наш. Он 9,5 метров длиной и 3,700 шириной. Вот эта штучка, смотрите, прикольная. У меня маленькие дети. Надо было как-то сделать загородочку, чтобы они не проходили туда. Раз. Это двигается с этой стороны. Это термоясень. Просто купили такие бруски. Из этих брусков сделали. По-моему, даже симпатично и технически прикольно. В общем, это абсолютно автоматический бассейн. Там стоит подпол небольшой. Там стоит система химподготовки, подогрева. В нем сейчас 32 градуса. Я, кстати, с телефона могу этим управлять. Есть приложение. Нажимаю, открываю. И так включается свет. Нажал, опа, он загорелся. Вот у меня температура сейчас 31,4. Вот я могу выставить там
любую температуру, там, как, ну, там, не совсем любую, конечно, кипеть он не будет. Если возникают какие-то проблемы, вот здесь высвечиваются всякие штуки. Если есть проблемы, то зажигается там чего-то, низкий уровень. Знаете, низкий уровень pH надо долить. Ну, дольем. Очень удобно. А здесь из бетона залито основание. Здесь есть, в принципе, основание, если вдруг мне захочется его накрыть. Ну, вдруг придет. То есть мы такую опцию сделали. И из термоясеня сделана веранда. Вода уходит вся, там есть дренажи и так далее. У него 1,10 м наименьшая глубина, 1,70 м максимально. Есть такие прикольные штуки, где можно отдохнуть. Во-первых, плывешь, дети могут взяться за бортик, да, там все продумано. Здесь можно присесть, как раз ты берешь там стакан чая, водички какой-нибудь, мы не пьем. Здесь разместиться может целая компания. Мы здесь вечеринки устраивали такие у бассейна. Это самое востребованное место сейчас у нас. Особенно моря закрыты. У меня Мальдивы вообще дома. Мы тут собирались ездить на Мальдивы всей семьей, посчитали и решили бассейн купить. Вот купили бассейн. Утречком просыпаешься, здесь очень удачно дом стоит. Вот сейчас день, здесь пока солнце. Потом, когда уже в зенит солнце войдет, здесь будет тень от дома. Вечерком тень. Чистится это роботом. Это компания «Дельфин», робот израильский. Поэтому мы его назвали ласково «Песик». Это лучший гаджет. Отсканирует, вот сейчас вычистит сверху, снизу, полностью автоматически. Подача воды идет через форсунки. Видите, как мощно подается вода? То есть такой поток воды, он как раз сгоняет мусор. Те две форсунки его подбирают и уходят туда. Здесь была автоматика, пришлось отключить от перелива, там, потому что дети, когда прыгают, здесь волна такая шурует, что вся автоматика отрубала. Приходилось спускаться вниз, что делать. В общем, мы провели автономное испытание. На сегодняшний момент работой бассейна я доволен. И ребятам спасибо. Мы сделали душ. Ну, честно говоря, он пока не очень пользуется. Там раза два дети включали. Но, наверное, лучше бы мне здесь было сделать ящик для хранения полотенец, для хранения вот этих вот гаджетов, которые есть, потому что они так вот лежат там. Я думаю, все-таки душ в доме, рядом дом. Вы все равно, когда закончите принимать, там, купаться в бассейне, идете домой. Поэтому в следующем году я, наверное, его демонтирую и сделаю такой шкаф для хранения вот того, чего нам. Хочу сказать про мебель. Есть такая замечательная компания Yachtline. Вы знаете, когда я первый раз увидел то, что они делают, ну, по качеству, мы все-таки деревянщики, мы такие тонкости, даже вот от названия компании до изготовления, вообще я думал, что это импортная компания, что это какие-то итальянцы там или еще кто-нибудь там, немцы. Оказалось, наши. И могу вам сказать, что это самые удобные шезлонги, которые я вообще когда-либо лежал. И нам привезли самые удобные кресла, диван. Он не боится влаги, это сделано из тикового дерева. Мы на зиму убираем, но мы проводим прекрасные вечера. Мы даже телевизор поставили, чтобы можно было вечером смотреть телевизор не дома, а на свежем воздухе. Поэтому спасибо Yachtline за тот досуг и тот уют, который они для нас создали. Молодцы. Тоже российская компания. А да, если вы собираетесь делать бассейн, должны как-то понимать, как вы будете его вносить, потому что он весит 1,5 тонны. Нам повезло, у нас сосед строится, поэтому мы с ним договорились. Приехала такая огромная машина, и мы этим краном через забор перенесли чашу, и тогда и установили. Если бы мы этого не сделали, если люди уже жили, то можно, конечно, нанять там 54 землекопа, который притащит, но вот так вот ровно выставить уровень, наверное, вряд ли получится. Поэтому мы и торопились. В прошлом году мы поставили чашу, забетонировали вокруг, слили половину воды, набросали туда бутылок с такими камнями. И, надо сказать, она перезимовала очень хорошо, потому что бетонный бассейн на улице открыто делать нельзя. Когда вы воду сольете, бассейн немножко будет деформирован за счет того, что нагрузка снята с бетона, и отвалится вся плитка, полопается. А вот композитные бассейны, они работают. Поэтому это хорошая штука. А на круг, если считать, ну, наверное, они даже дешевле. То есть чаша стоит примерно там 1,5 миллиона, вот такого размера, да, но если вы будете заливать бетонную чашу, облицовку, работа, отделка, наверное, 1,2 миллиона как минимум будет. Поэтому вещь, ну, не дешевая, ну, что 1,5 миллиона, не съездить семье один раз на Мальдивы. Поэтому импортозамещение. Каждому российскому человеку Мальдивы надо.